Всем привет! Продолжаем смотреть какие-то новые места интересные. Вот город Нёрдингер. Надо сказать, что город Нёрдингер – это уникальный город по двум причинам. Во-первых, он расположен в кратере от метеорита, а во-вторых, вокруг него полностью сохранилась крепостная стена. Здесь уцелело множество домов того времени. Сегодня я хочу вам показать фонтан у старого рынка, который изображает сценки торговли на рыночной площади. Вот здесь видим человека с гусем, другой человек со свиньей. Ну, просто такая маленькая зарисовочка фонтана в городе Нёрдингер. Будете там, обязательно около него пройдете и вспомните, что я вам уже его показывал. Пока-пока, до свидания.